показывают чуть ли не тренажеры. Я еще раз говорю, друзья, девочки, девочки, вас никто не видит. Вам не надо никому идти рассказывать, чем вы занимаетесь. Как вы занимаетесь, когда занимаетесь. Просто занимаетесь. Это все для вашего здоровья. Я показываю уже несколько упражнений. У меня есть на канале, посмотрите, пожалуйста. Это когда работает для бедра. Для того, чтобы расслабить бедро. Ну, я еще покажу. Это вот первый тренажер. Такой. Вот, немножечко. Мы сейчас сядем. Итак, мы сейчас сядем. Я сейчас сяду. Покажу, как он работает. Очень легкий тренажер. Но это для веса. Да, девочки, еще. Видите, как я одета? По обычной домашней форме. Обычная одежда домашняя, но даже не спортивная. Поэтому можно заниматься, когда вы захотите, когда у вас есть силы, когда у вас есть желание в первой половине, в второй половине. Как вы захотите, так и занимаетесь. Так, все, садимся. Да, спине, шее. И раскачиваемся. Ой, встаем. Раз. Сколько раз хотите, столько и делайте. Очень сильно опускает вес. Как бы там ни было. Вот, да, и в то же время вы вытянете шею, плечи. Сначала нужно двигаться, отрываются ноги, отрываются ноги. Откуда ноги? И отрываются ноги. Сколько делать? Сколько хотите. Сколько вам позволяет? Пресс, ноги. Ваши возможности. Ваши возможности. Можно это не низко, а поставить сюда. Здесь уже тогда будет нагрузка побольше. Просто переставить эту нагрузку, она будет здесь. Поставим такой тренажер. Вот, и еще один. Вот такой необычный тренажер, да? Но это я нашла. Вот такой вот, чтобы было крепкое. Хотите на столе, хотите где хотите, есть лавочка у вас, можно выйти в парк, там где вас не видно, делать то же самое. Здесь условие какое, чтобы была возможность ногам двигаться. Когда у вас внуки, дети сидят и мотают ногами, не останавливайте. Дайте, это у них своеобразное расслабление для ног. Не останавливается. Теперь руки вот так, лодочкой на колени и мотаем. Вот так вот ноги. Вот такая вот, да? Вот, чтобы было удобно мотать ногами. Руки вот такой лодочкой на колени. То есть идет расслабление колени, ног, если не позволяют. Я посчитала. В таком вот ритме, как он, значит, 5 минут, это 3.
320. 15 минут это где-то 1000. Значит, нужно делать вот такие легко упражнения от 300 до 1000. То есть вот так вот сели, вот телевизор у вас есть, чтобы вот так лежать в волне. Сели, пожалуйста, вам 15 минут. И у вас идет тренировка и расслабление ног, колени. Вы сделали себе хорошее дело. Рассказывать. А вот подписаться, да, поставить лайк, это нужно.